Привет, друзья! Сегодня я хочу для вас показать фокус, который не будет у меня ни карт, ни какой-либо другого реквизита. Только я, вы и ваш осознанный выбор. Я предлагаю вам немножко пофантазировать о тех временах, когда мы можем путешествовать не только по континентам нашей большой Земли, но и по разным другим планетам. Для этого нам понадобятся, соответственно, планеты. Что я вам предлагаю? Загадать число от 5 до 15. И, соответственно, за вашему загаданному числу выбрать планету, на которую мы попадем. Допустим, мы уже загадали число. Начинаем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Вы остановились на своей загаданной планете. Я могу утверждать, что она не единичка, не двоечка и не единичка. Дальше, с вашей загаданной планеты ровно такое же количество раз, которые вы загадали, отсчитываем в обратном порядке. То есть, если вы остановились на планете X, начинаем отсчет с черной дыры, со следующей. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Все, в обратном порядке мы отсчитали такое же количество раз, которое было вам загадано изначально. Я могу утверждать, что вас нет на Млечном Пути, вас нет на Солнце, вас нет на Венере и вас нет на вот этой планете Х. Теперь в обратном порядке отсчитываем в любом порядке, хоть по часовой стрелке, хоть против часовой стрелки, отсчитываем количество, равное 4. Поехали. Раз, два, три, четыре. И также я могу утверждать, что вас нету на Сатурне, вас нету на Уране, вас нету на Марсе с черной дырой, вас нету на Юпитере, вас нету на планете, вас нет на Луне. Вы на Земле. Вот такой вот фокус, тренируйтесь.